Без приемки никуда, поэтому осматривать новый коммунальный объект приехали из городской администрации. Казалось бы, обычная асфальтированная дорожка. Есть и такой здесь рады. Не тут-то было. Существуют нормы и правила, которые должны быть четко соблюдены подрядчиком. Полотно не меньше и не больше 1 метра. Транспортный бортовой камень и еще ряд нюансов. Здесь у нас был сделана насыпь, да, скалой, потому что был провал. Поэтому у нас пришлось здесь очень много завозить скального скалы для того, чтобы сделать ровный тротуар и не сократить проезжую часть. Ширину проезжей части, которая она была ранее. Мраморское – последнее село, где за это лето сделали подобные подъездные пути. Аналогичные работы были проведены еще в 3 удаленных от города пунктах – Станционном Полевском, Зюзельском и Полдневой. На следующий год у нас запланирован тротуар в селе Курганово. Там большая протяженность, поэтому вся сумма, которая в этом году на 4 села, там будет на 1 село. Там больше километра тротуар. На строительство 52 метров нового тротуара в селе Мраморское было выделено 330 тысяч рублей. Облегчило задачу то, что детский сад и школа находятся в общем здании, а значит, подходной путь всего один. Такому маленькому, но все-таки преображению на мраморе, безусловно, рады. Выходит сразу же на пешеходный переход и безопасность. А зимой они же натоптывали эту дорожку. То есть бежишь по дорожке, подскользнулся, значит, упал. Ну, а здесь все, теперь у нас тоже цивилизация на мраморе. И все бы хорошо, да только конфуз вышел. Один объект приняли, а другой на глазах комиссии рухнул с грохотом. Речь идет о железном ограждении, что отделяет проезжую часть от пешеходной зоны. Подрядчики, что делали тротуар, поспешили забрать упавшие пролеты. Мы на базе складываем, вот и все. Там у нас забирают. А, понятно, у вас не первый раз уже такие работы? Где еще падал? Да кругом падал. Татьяна Комякова пояснила, что это не ведомство городской администрации. Виновных надо искать в другом месте. Данная дорога является дорогой регионального значения. Полевской косой брод Мраморская. В оперативном управлении дорога находится в управлении автомобильных дорог Свердловской области. С нашей стороны сегодня мы зафиксировали, фотофиксацию сделали. Будет направлено письмо в их адрес о принятии мер. В селе Мраморское еще много нерешенных задач. Всего сразу и не переделать. А когда проблем добавляют некачественные работы, то на светлое будущее рассчитывать не приходится. Кстати, тротуар, согласно контракту, еще 3 года будет находиться на гарантии. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, новости 11 канала.